Спортсменки, труженицы и просто красавицы. В преддверии 8 марта в районной администрации прошло торжественное чествование представительниц прекрасной половины человечества, рассказывает Анна Монастыренко. На торжественный прием были приглашены 20 женщин 20 разных профессий. Врачи, учителя, воспитатели, тренеры, инженеры, предприниматели. Все они настоящие профессионалы своего дела, заслужившие признание и уважение коллег на работе. С весенним праздником представительниц прекрасной половины человечества поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Я хотел бы сказать, что мы любим наших женщин, мам, сестер, жен. Благодаря, вам создается уют в доме, теплится очаг, вы даете нам возможность трудиться. Каждый мужчина хочет быть успешным для того, чтобы, оберегать и содержать свою семью, делать приятное своим любимым женщинам. Поэтому я от души вас поздравляю с наступающим праздником. Крепкого здоровья, мирного неба нам всем над головой, любви, потому что любовь правит миром, правильно? Ну и всего вам самого-самого доброго. Чуткие, нежные, добрые. Женщины – это начало всех начал. На торжественном приеме о каждой из приглашенных было сказано много теплых слов. Председатель Совета района Григорий Литовко поздравил собравшихся, отметив большую созидательную роль женщины в семье и в обществе. Позвольте мне от имени Совета муниципального образования Славянский район поздравить вас с замечательным, теплым, добрым праздником, международным женским днем 8 марта. И вот так подумаешь, послушаешь, все держится на женщине. Женщины в культуре, женщины в спорте, в промышленности, в торговле. Женщины нас защищают, оберегают сегодня в повседневной жизни. Низкий вам поклон за вашу женскую долю. Вы прекрасная хранительница очага домашнего и уюта. И я желаю, будьте вы обласканы любовью всегда своих родных и близких. С праздником! Вместе с теплыми словами пожеланий, добра и счастья участницам приема были вручены благодарственные письма и памятные подарки за добросовестный труд на благо Славянского района. В честь Международного женского дня 8 марта благодарственное письмо главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского и председателя Совета муниципального образования Славянский район Григория Владимировича Литовки вручается Дюкаревой Наталье Юрьевне. Директор 21-й школы Светлана Подгорная от лица всех собравшихся поблагодарила за такие теплые и добрые поздравления. Вот мы такие все счастливые. Почему мы такие счастливые? Почему мы успешные? Потому что у нас, наверное, самые лучшие мужчины Юга России. Большое вам спасибо за внимание, за заботу, за то, что среди такого плотного графика вы нашли мгновение для счастья, для нашего счастья. Спасибо большое. Успехов и вам! И пользуясь случаем, мне хочется поздравить и ваших близких, любимых женщин, чтобы все было хорошо. Раз – хороший фундамент, хороший тыл. А мы не подведем. Завершился торжественный прием концертом, подготовленным артистами городского дома культуры. Все песни в этот день, конечно же, были посвящены женщинам. Будь со мной строгой, будь со мной нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, и моя отрада мой ветер. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».